Итак, друзья, я вас приветствую, на связи с вами Сергей Куликов, он же Моряк, и в этом месяце мы будем с вами подводить итоги конкурсов за февраль месяц. Не буду долго говорить о том, что подошел он к концу, я думаю, вы по календарю и так видите, что сегодня 1 марта и наступила наконец-то весна. Ну а мы будем приветствовать наших победителей, давайте посмотрим, кто же занял первые лидирующие позиции и что он за это получит. Итак, начнем мы, конечно же, с конкурса комментаторов. Конкурс комментаторов и матрос, коммент которого мне очень приглянулся, скрывается под ником Свиток ТВ. Свиток ТВ и его комментарий к обзору колоды Bicycle United States Presidents. Итак, что же получает Свиток ТВ? А Свиток ТВ из сундука моряка получает колодочку Bicycle Seconds. Те же самые по факту Bicycle и стандарты, только в другой упаковке, и возможно есть небольшой дефект. Но это, как показывает практика, это встречается крайне редко. То есть по факту те же самые Bicycle и стандарты. Итак, и первое место среди комментаторов занимает комментарий, который мне понравился более всего, и оставил его матрос, который скрывается под ником Влад Меркулов. Влад Меркулов и его комментарий к недавнему видосику «Как играть в 21». Итак, давайте посмотрим, что же выиграл Влад. А Владу я подарю вот такую колоду, которая называется Таллихо фанбэк красного цвета. Уважаемый Влад, эта колода ваша, я вас поздравляю. Ну и конечно же, конкурс в магазинчике карт моряка. На кону шикарнейшие картишки, которые называются Аркан Блэк. Итак, давайте посмотрим, кому же удача улыбнулась в этом месяце. Ну что ж, друзья, давайте мы с вами посмотрим, кто же стал у нас победителем в конкурсе в магазинчике и выиграл вот такую вот замечательную колоду, которая называется Аркан Блэк. Итак, вот они, наши претенденты. Вот их всех я выделил и вставил на сайт, который называется у нас mvok.ru. Предыдущий сайт сейчас не работает, поэтому пришлось найти другой. То есть также здесь все люди у нас, вот все претенденты, да, все добавлены. И сейчас мы будем выбирать одного человека. Ну что ж, давайте время не будем тянуть и сразу посмотрим, кто это будет. Выбираю, естественно, выбрать одного из списка. Жму выбрать. Не нажалось, жму выбрать. И это Никитина Татьяна, город Москва. Татьяна, я вас поздравляю. Вам достается вот такая вот замечательная колода, которая называется Аркан Блэк. Эх, хорошие картишки. Ну что ж, теперь давайте перейдем и вручим наш приз. Итак, как вы поняли, это Никитина Татьяна, и, конечно же, мы вручаем ей замечательную колоду, вот реально офигенные карты. Татьяна, вы молодец. Это Аркан Блэк. Черные арканы, очень крутые карты, прямо от души поздравляю. Эта колода отправляется к Никитиной Татьяне. Ну что ж, друзья, вот такие вот у нас победители в этом месяце. Друзья, я вас от души поздравляю. Тот, кто не победил, пожалуйста, не отчаивайтесь. Месяц март, весенний первый месяц в вашем распоряжении. Пишите комментарии, и вы автоматически станете участником конкурса, если ваш коммент мне понравится. Если он будет такой цепляющий, красноречивый или какой-нибудь необычный, то он будет внесен в список претендентов на победу. Ну что ж, а на этом все. Уважаемые победители, конечно же, пишите мне ваши адреса для отправки колод. И колоды вам в ближайшее время отправятся. Ну а на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И да хранят вас боги моря и небес. Пока-пока.